в Россию, если в Москву только с пересадками. Так летают самолеты из Кишинева. Прямых рейсов нет, но есть новые. Например, в Ереван от Air Moldova. Старт полетов с 10 декабря. Билет около 90 евро. Молдавское управление гражданской авиации дало разрешение. И это после запрета в адрес той же Air Moldova на прямые рейсы в Москву. Сейчас Кишинев и Ереван – один из двух способов добраться небом в Россию из столицы Армении, потом самолетом в Питер, Екатеринбург, Сочи, Волгоград и не только. В Москву рейсы каждые 2 часа из Кишинева, и сейчас можно лететь в Ереван. Перевозчик Fly One. Билеты от 150 до 230 евро. Еще способ лететь из Кишинева в Россию через Стамбул. Правда, так еще дороже. С апреля небо над Молдовой открыто лишь частично. Самолеты взлетают только в сторону Европы. Больше рейсов у венгерской компании Wizz Air. 21 маршрут. В Париж, Милан, Лондон. А как, например, лететь за Шерифом на Реал Сосьедад? Игра в испанском Сан-Себастьяне 13 октября. Вот путь. Сначала в румынские Ясы, потом в Мадрид или Барселону. Дальше на побережье Бискайского залива. Из Кишинева в Мадрид прямых рейсов нет. В Барселону на эти дни тоже.